однако мера составляет 390 метров. Сначала геолого-маршеперские расчеты, затем планирование и проектирование. Проектирование выровненных работ, бурение скважины, заглавка внутреннего производства, производство экскавация крышной породы на отвал тупой породы. Ничего себе, мощно! Система, позволяющая нам вчера более эффективно распределять самославы, отслеживать какие-либо неисправности, к примеру, водитель, либо машинист, экскаватор, либо погрузчика выставит сразу статус какой-нибудь, либо неисправность, либо технологический простой, чтобы мы сразу это видим, отслеживаем и можем сразу предпринять какие-то меры для более